Сегодня мы открываем мою самую замечательную имиджевую академию Бестфорд. Это проект в сетях. И это Марина Филатова и Роман Айрей. Мариночка, тебе слово. Рома, у меня только один вопрос. Как твое ощущение? Ты так долго к этому шел, ты открыл свою имиджевую академию. Да, давай, я недавно узнал новое слово, оно космическое. Космическое ощущение всего происходящего. Непередаваемые просто эмоции, которые я хотел бы со всеми поделиться. Ну, я оставлю их при себе. Ну, давай, ладно, эмоции немножечко спрячем, да, сейчас по делу. Твоя академия. Да. О чем она? Чему там будут обучать людей? На самом деле, ее очень многие путают с модельным агентством. Нет, это именно имиджевая академия Бестфорд. Любой желающий с улицы, который идет, говорит, блин, я хожу как обезьяна, я хочу научиться ходить красиво. Mm-hmm. Ты думаешь, блин, я вроде так коряво разговариваю, у нас есть вокал. Мы ставим голос. И вот очень много предметов, которые у нас есть, я их могу до утра их сейчас просто обсуждать, рассказывать, но именно направленность, человеческая направленность в нужное русло. Вот чем мы занимаемся. Для кого у вас эта школа? Кто может в ней обучаться? Мальчики, девочки, мужчины, женщины? А если тебе 16+, добро пожаловать. Если тебе 90... И далее, добро пожаловать. Чем вы отличаетесь от других школ? Мы обыкновенная школа для обыкновенных людей, и мы учим обыкновенным вещам. Как не зажиматься, как не комплексовать, как выглядеть, быть уверенным в себе и как заполнять собой пространство. Василий, скажите мне, пожалуйста, а вы будете педагог по какому направлению? Ну, тяжелое прошлое театральное накладывает на меня обязанности быть педагогом по визажу и по речи. Замечательно. Сценическая речь будет, даже да? Не сценическая. Больше просто. Меня интересует не правильное построение фраз и предложений, а именно звучание человека. Чтобы, когда он говорил, его хотелось слышать и понимать. Как ты считаешь, получится у ребят? Если они поставили цель, значит, у них все получится. То, что ты запланируешь, у тебя все получится, если ты действительно этого хочешь. Чем им нужно выделяться? Вот как ты считаешь, чтобы действительно быть лучшими? Конкуренция не маленькая, мне кажется. Во-первых, потому что ставить себе планки все выше и выше, работать и саморазвиваться. Если ты сам развиваешься, и команда с тобой развивается, это самое главное. То есть, ну и не опускаться, то есть, потому что бывают разные повороты судьбы, бывают неудачи, бывают и выигрыши. Ну чего пожелаем? Давай вместе на камеру. Я желаю вам быть индивидуальными, не похожим быть ни на кого.